Братик, привет. Это Дава. И ты можешь видеть у нас здесь вот столько наклеечек разных наград. Это, конечно же, Альфа Хука с новой моделью Оро. Давайте мы ее дружненько, смело откроем. Все посмотрим, все разберем. И, конечно же, вынесем вердикт по этому кальяну. Скажу сразу, кальян на самом деле ебучий. Если не обращать внимания на его стоимость, то он ебучий-приебучий. То есть, ну, ничего вообще нельзя сказать. Стильно, модно, молодежно, технологично и все в таком духе. Собственно, все идет вот в такой вот коробочке. Она сразу отличается премиалочкой от всех коробок, которые были у Альфа Хуки. Здесь уже чувствуется какая-то серьезность, что ли. И давайте потихонечку открывать и смотреть. Так, сразу. Что нас здесь встречает? Нас встречает вот такая вот брошюрочка. И здесь Альфа Хука, конечно же, хвастается. Лучшие аксессуары 2017. Лучший кальян по версии Джон Кальяна 2018. Лучший кальян по версии Хука Клаб Шоу 2019. Лучший кальян по версии Хука Клаб Шоу 2020. Лучший кальян по версии Хука Клаб Шоу 2021 год. Джон Кальяна Эвордс. Лучший кальян 2011 года. Хука Клаб Шоу. Лучший кальян 2022 года. Хука Клаб Шоу. Лучшие кальянные аксессуары 2022 года. И Джон Кальяна Фест 22. Лучший кальян. Блять, ну... просто, блять. Просто, блять. Ну, я даже не знаю, как это отнести. Просто, ну, по версии всех этих Хука Клаб Шоу, блять, Джон Кальянов, Альфа лидирует. Конечно, мы же все знаем, что, куда и зачем, и почему там выигрывает Альфа. Но мы на это не будем обращать внимания. Дальше, что у нас есть вот такая вот штучка. Ее можно вот так сделать, и будет прикольно. Оро. Название интересное, красивое, не спорю. Идем дальше. Что здесь? Если вы держите в руках это письмо, значит, вы стали частью большой семьи Альфа Хука. Своим выбором вы доказали нам огромное доверие. Альфа Хука – это не просто компания, а дело, в которое мы ежедневно вкладываем душу и частичку себя. Вот если бы не вышел кальян от компании Оро, я бы так не сказал. Ну, типа, ебать, переворачивать, крутить шахту Икса, ну, это такое себе дело. Но Оро, ребятки, это что-то новое. Здесь уже вот можно что-то порассказывать. Мы любим свою работу и стараемся крутить и ебать шахту Икс, и на ее пределе, на всех пределах ее возможностей. Так как не имеем права подвести тех, кто нам доверяет. Новые расцветочки покрутили, поебали, новую модель выпустили. Это касается Икса. Спасибо за то, что вы с нами. Вот так вот, да? Здесь все написано. Не пищу, все-таки написано. Ну ладно, идем к самому лучшему. Это шахта. Выглядит она стильнюче. Пуф, вот это вообще просто отдельный вид искусства. У нас здесь есть меласа. Меласа — это тоже одна из частей технологии. Давайте мы о ней сейчас попиздим. Выполнено оно очень круто. Из нержавеечки, такая вся стильненькая, красивая, с элементами, соответственно, Оро. Можете также заметить. Я считаю, что меласка в 2023 году — это очень неотъемлемый аксессуар, который должен быть у всех. То есть не обязательно он должен быть от Альфы и ебать. Все остальное хуйня, блять, покупайте только Альфу. Нет. Просто он очень полезный, он очень выручает. Здесь, кстати, тоже есть какой-то рисуночек, если вы увидите, не знаю. То есть, ну, стильненько. Бля, ну, ебучее, что вам сказать. Все стильненько, красивенько, детализировано. Мундштук. Мундштук тоже. Это нечто очень крутое. Ребятки сделали очень многое, но он реально богатый. То есть ты его держишь, и это очень-очень красиво. За счет негатива сегодня его не будет вообще. То есть негативить на Оро — это глупо. Оро — это, во-первых, очень дорого, во-первых, это очень премиально и очень-очень круто. Здесь у нас идет дальше. Так, наверное, думаю, самое интересное отложим. Смотрите. Это у нас блюдце.
И назвать это блюдцем и блюдцем у меня вообще не поворачивается язык. Оно стильное, красивое, вот эти, блядь, золотушечки, все прям вот красиво-красиво. Но с этим блюдцем есть еще кое-какие вещи, и я их так могу показать, когда уже полностью соберу кальян. Соответственно, шахта нижняя, она идет с обычным диффузором, как бы вот, да, такого же золотистого цвета, но есть еще вот это. Это называется шторм. И если просто как бы со всем этим разобраться, то это выглядит вот так. Тут есть шарик, и это реально ебучая хуйня, на которую, как я понял, Альфа Хука потратила очень много времени. И это все можно просто дико регулировать, дико крутить. И, короче, типа, ну, очень круто. Я не знаю, да, тут очень сложно все это показать, но выглядит это вот так вот. Это шторм. Есть, конечно же, запасные детали. Их очень много. Здесь запасной шарик, запасные ринги и прочее, 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 прочее. И вот, собственно, все. Я думаю, можно будет потихонечку шахточку собирать, чтобы мы ее уже полноценно посмотрели. Вуаля! Шахта собрана. И выглядит она просто ебуче. Давайте мы уберем пока коробочку вот сюда. У меня есть такая красивая колба. И на нее мы его поставим. Собственно, да, что у нас есть? У нас есть ебучего вида просто кальян, который стоит по внешнему виду гораздо дороже того, что он есть. Конечно, есть некоторые моменты, которые немного непонятные. Типа, блядь, почему они взяли дизайн старой стильной Nokia? Кто из 92-х годов рождения, да, там 89-х, они примерно сразу видят в этом кальяне телефон Nokia. Так вот, теперь, что касается блюдца. Смотрите, у многих производителей оно съемное. Да, вот так вот, оп, снял, вместе с чашкой вытряхнул, соответственно, поставил обратно. Очень удобно, очень круто, но Альфа пошли по-другому. Ты берешь вот так, поворачиваешь блюдце и вот так вот снимаешь, не снимая чашку. Стряхнул, ополоснул. Вода в колбе у тебя, в принципе, всегда чистая, потому что есть миласка. Ты ставишь ее вот так обратно. Опа! И встал. Что? Стильно, модно, молодежно. Короче, что я могу еще сказать про Альфу, когда я ее первый раз увидел, а увидел я ее вроде на выставке Hookah Club Show, либо Джон Кальяна Фест, я подошел к ребятам и сказал, блядь, ребят, все, с Ору, пару шуточек и все, больше шутить не буду, потому что это реально охуенно. Ребята, вы сделали то, что от вас, блядь, ждали с 2019 года. Пока вы ебали Альфа модель X, надо было ебанить Ору. И она получилась. Я, конечно же, с диким, просто молящимся ожиданием жду, что они не сделают Альфа Хука Ору Реверс. Либо Альфа Хука Ору Вандал, когда все это изрисуют. Но, в принципе, если модель стрельнет, то ребятки умеют делать бабки, и они будут ебать Ору во все дыры, блядь. Я твою Ору ебал, блядь. Вот так, стильно, модно, молодежно. Поэтому, ребятки, по цене, ну, от 22 тысяч и выше. Давайте скажем вот так. Потому что точная цена не совсем понятная. И как бы не забывайте, что купить у Альфа Хуки и купить, допустим, у кого-то в магазине, это немного разные вещи. Поэтому это у нас Оро. И с ним все шикарненько. Ну и, собственно, давайте поговорим, в принципе, про шланг. Шланг самый обычный, мягкий, очень похож на мэтпировский, очень приятный. И тут, конечно же, все. Что? Что? Сорян, я думал, он не на магнитах, а на притирке. Я уже хотел доебаться.